Кино в России – один из популярнейших жанров в искусстве. Ежегодно в стране снимают огромное количество фильмов на разные темы. На премьерах собираются толпы зрителей. Самым старым кинотеатром «Видном» остается «Искра». Его сотрудники – настоящие любители кинематографа, посвятившие этому искусству свою жизнь. Мне предложили попробовать работу киномеханика, ученика киномеханика в кинотеатре. Работа мне понравилась. Весь следующий учебный год я также совмещал и учебу в школе еще тогда и работу в кинотеатре. Осенью сдал квалификационный экзамен, получил киномеханика 3-й категории. И с тех пор уже без малого почти 20 лет работаю в кинотеатре. Именно здесь прошла встреча главы муниципалитета с коллективом Видновской дирекции киносети. Сотрудников кинотеатра, корреспондентов и редакторов газеты «Видновские вести» и нашего телеканала Дмитрий Оборенов поздравил с Днем российского кино. В неформальной обстановке сотрудники киносети смогли напрямую пообщаться с главой муниципалитета. Обсудили все, от проблемных тем, поднимаемых в округе, до любимых книг. Как относитесь к критике, публикуемой в муниципальных именах? СМИ. Без критики, а как исправлять ситуацию без критики? Мы же тоже не всевидящие, не все замечаем. Главное, чтобы эта критика была справедлива. Сегодня, я думаю, беседа удалась. Такие встречи, они помогают нам понять, что хотят от нас, и в то же время услышать нас. В праздники виновники торжества не только получают подарки, но и загадывают желания на будущее. Своими планами поделился директор киносети. Из самых глобальных проектов, наверное, хотелось бы подарить вторую жизнь кинотеатру. Да? То есть это, естественно, реконструкция, там, частичная, какая угодно. Но так как кинотеатр строился, начинал в 78 году, и в 85-м уже был введен в эксплуатацию, и с этого времени ни разу не проводилось ни капитального ремонта, да, ни реконструкции, то это, наверное, самая главная задача. И надеемся, что такой амбициозный проект будет реализован. Отметить День российского кино можно уже в эту субботу. «Искра» участвует во всероссийской акции «Ночь кино» и ждет зрителей на сеансы. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.